Могут ли христиане быть суеверными? Ну, они могут, но они не должны быть такими. Это значит, что идея о том, что вот, происходят эти зловещие вещи, или, ну, знаете, черные кошки перебегают вам дорогу, или если вы наступите на лестницу, это просто мифы. Это просто человеческие идеи, которые приводят к суевериям. Но если ты последователь Иисуса, если ты любишь Бога и поклоняешься Ему, для суеверия не может быть места в твоей жизни. На тебе либо Божье благословение, на тебе либо Его улыбка, либо нет. Ты либо на Его территории, либо на территории врага. Но это не вопрос того, что что-то происходит в природе, черная кошка, лестница, что бы это ни было, полная луна. Давайте держаться подальше от этих вещей. И давайте будем всецело Божьими и будем поклоняться Царю царей, Творцу, тому, кто правит всем, и чтить Его.